Во второй детской больнице города Чебоксары началось строительство нового корпуса инфекционного стационара. На объекте побывала наша съемочная группа. Новый корпус планируют построить на месте бывшего овощехранилища. Подрядчик приступил к работам неделю назад. Сейчас демонтируют старое здание и начинают заливать фундамент. Фронт работ нам закончить полностью котлован и приступить к устройству фундамента плите в полном объеме. Ну, в принципе, уже для объемов место есть, да? Да. Для работы. Два крыла, два этажа и 50 мест для пациентов. Таков проект будущего корпуса. Он будет соединен с основным зданием надземным переходом. Стоимость строительства 445 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального и республиканского бюджетов. Финансовые средства у нас достаточно для строительства. И на строительство, и на оснащение оборудованием. Контракт на исполнение 18 месяцев. Так что я уверен, что в первом квартале 2020 года мы завершим, и наши дети по оказание медицинской помощи инфекционного профиля будет его получать в современных условиях. В самом инфекционном стационаре сейчас ремонтируют фасад здания. Сумма ремонта 11 миллионов рублей. Капитальный ремонт внутри помещения больницы планируют начать в 2020 году. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Бахтияр Велиев, Республика.